Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі елдің 2014 жылға арналған негізгі макроэкономикалық көрсеткіштердің болжамын мыналарды ескере отырып нақтылады. Біріншісі, 2013 жылғы жалпы ішкі өнім көлемі бойынша Қазақстан Республикасы статистика агенттігінің жедел деректері. Мәселен, жалпы ішкі өнімнің көлемі 33 триллион 521 миллиард 200 миллион теңгені құрады. Бұл бұрын болжанған 34 триллион 443 миллиард 400 миллион теңге көлемінен 922 миллиард 200 миллион теңгеге төмен. Екіншісі, Қазақстан экономиканың салаларының дамуының 2014 жылғы қаңтардағы деректері және мемлекеттік органдар нақтылаған экономика салаларының алдағы жылға нысаналы өсу индикаторлары. Үшінші, товар нарықтардағы әлемдік бағаларының өзгеру үрдістері. Төртіншісі, 2014 жылғы 11 ақпанда жүргізілген ақш долларына қатысты теңге бағамын түзету. Теңге бағамы ақш долларына қатысты 153 теңгеден 185 теңгеге дейін бәсендеу жағына қарай нақтыланды. Ағымдағы жылы Қазақстанның экономикасының негізгі өсу факторлары ішкі сұраныстың өсуі мен экспорт үшін сыртқы жағдайлардың жақсаруы болады. 2014 жылы әлемдік экономиканың 3,7% деңгейінде неғұрлым жоғары өсуі күтілуде. Біріккен ұлттар ұйымы, халықаралық валюта қоры, дүниежүзілік банк консенсус болжамы. Бұл өсу негізінен дамыған елдерге экономикалық өсуді қалпына келтіру есебінен қамтамасыз етілетін болады. Халықаралық ұйымдардың болжамдары бойынша 2014 жылғы мұнайдың орташа жылдық бағасы барреліне 105 доллар ақш долларына болжам консенсус деңгейінде болады. Ақш долларының нығайынуы ескере отырып, 2014 жылға арналған болжамды нақтылау кезінде орташа жылдық баға баррелін 95 ақш долларына болып айқындалды. Бұған дейін мұнай бағасы барреліне 90 ақш доллары болған. 2014 жылы елдің жалпы ішкі өнімінің нақты өсу болжамы бұрынғы 6% деңгейінде бағаланып отыр. Номиналды жалпы ішкі өнім 2014 жылы 39 триллион 623 миллиард 700 миллион теңгені құрайды. Бұл тамыз айында мақұлданған көрсеткішке қатысты 999 миллиард 300 миллион теңгені жоғары. Оның ішінде 2013 жылға номиналды жалпы ішкі өнім алдын алу бағалауға сәйкес 922 миллиард 200 миллион теңгені базасын теріс әсері есебінен теңге бағамы мен мұнай бағасын 1 триллион 921 миллиард 500 миллион теңгеге түзетудің оң әсері есебінен. Өнеркәсіп өнімінің көлемі 2,7%-ға өседі. Ол бұған дейін болжанған мәніне тау-кен өндірісінің көлемінің 1,6%-ға өсуі есебінен сәйкес келеді. Өндеу өнеркәсібіндегі өсім 4%-ды құрады. Мұнай өндірісінің көлемі болжанған 83 миллион тонна деңгейінде сақталуда. Бұған дейінгі мақұлданған болжам деңгейінде ауыл шаруашылығынан 3,9%-ға өсу сақталады. Құрылыс секторы көлемдерінің өсу бойынша болжам ұлғаю жағына қарай 2,5%-ға дейін нақтыланды. Болжамдар бойынша тауарлар экспорты 86 миллиард 300 миллион ақш долларын құрайды. Бұл мақұлданған болжаммен салыстырғанда 1 миллиард 600 миллион долларға жоғары. Тауарлар импорты 52 миллиард 200 миллион ақш долларын құрайды. Бұрын мақұлданған болжамнан 6 миллиард 400 миллион долларға төмен. Уважаемые коллеги, ожидается, что устойчивый рост отраслей экономики и достаточно высокая потребительская активность обеспечат высокие темпы роста сферы услуг. Рост на уровне ранее одобренного прогноза сохранится в торговле на 11,8%, в транспорте на 7% и услуг информации и связи на 7%. Параметры по инфляции сохранятся в прогнозируемом коридоре 6-8% на конец года. В связи с увеличением курса доллара до 185 тенге, утвержденный на 2014 год размер гарантированного трансферта из Национального фонда составит 1 триллион 480 миллиардов тенге или с ростом по сравнению с утвержденным бюджетом на 100 миллиардов тенге. Соответствующий законопроект включен сегодня в повестку дня нашего заседания. С учетом уточненного прогноза макроэкономических показателей на 2014 год в целях своевременной реализации поручений главы государства уточнены следующие параметры республиканского бюджета текущего года.
В результате поступления республиканского бюджета на 2014 год определены в объеме 6 триллионов 206 миллиардов 100 миллионов тенге или с ростом по сравнению с утвержденным бюджетом на 432 миллиарда 400 миллионов тенге. Доходы республиканского бюджета без поступления трансфертов уточнены с увеличением на 331 миллиард 700 миллионов тенге против утвержденного плана 4 триллиона 29 миллиарда 400 миллионов тенге и составит в целом 4 триллиона 361 миллиард 100 миллионов тенге. Увеличение доходов прогнозируется на 505,5 миллиарда тенге за счет следующих факторов. Повышение ставки экспортной таможенной пошлины на сырую нефть с 60 долларов США до 80 долларов США за тонну и рост от тенге к доллару на общую сумму 303 миллиарда 300 миллионов тенге. За счет изменения макроэкономических показателей на 191,5 миллиардов тенге. Роста прочих доходов на сумму 110,7 миллиардов тенге. Вместе с тем, доходы уменьшатся на 173,8 миллиарда тенге, в том числе за счет уточнение расчета корпоративного подоходного налога в связи с изменением базы по факту 2013 года и снижение ВДС на 2,7% на сумму 115 миллиардов 300 миллионов тенге. Увеличение прогнозируемых сумм возврата НДС на 50 миллиардов тенге. Поступление от реализации зерна из государственных ресурсов в связи с сокращением закупа зерна в прошлом году на сумму 8,5 миллиардов тенге. Для укрепления фискальной устойчивости государственных финансов и дальнейшего снижения нагрузки по обслуживанию правительственного долга предлагается сократить дефицит бюджета, финансируемый за счет займов, на 40 миллиардов тенге. В результате, с учетом привлечения свободных остатков бюджетных средств прошлого года на сумму 16,3 миллиарда тенге, уточненный дефицит составит 918 миллиардов 700 миллионов тенге. С учетом уточненного прогноза по поступлениям и фактическим уменьшением дефицита, а также проведенной ранее корректировкой в связи с привлечением остатков бюджетных средств 2013 года, расходы республиканского бюджета в 2014 году составят 7 триллионов 124 миллиарда 800 миллионов тенге с увеличением относительно утвержденного объема на 408,7 миллиарда тенге. В целом, все дополнительные средства будут направлены на реализацию поручений главы государства, озвученных в своем послании от 17 января текущего года народу Казахстана, а также для исполнения поручений, данных на расширенном заседании правительства Республики Казахстан от 14 февраля текущего года. В целях поддержки социально уязвимых слоев населения проектом уточненного республиканского бюджета предусмотрено выделение 121 миллиарда 600 миллионов тенге, в том числе с 1 апреля текущего года, на повышение ежемесячной надбавки в размере 10% должностному окладу гражданских служащих в сумме 63,5 миллиарда тенге, размера пенсионных и государственных социальных выплат в сумме 53,4 миллиарда тенге, размера стипендий студентам, обучающимся в рамках государственного образовательного заказа на 10% на общую сумму 4,7 миллиарда тенге. На реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях учреждений образования в рамках Балапан дополнительно будут выделены средства в размере 6,7 миллиарда тенге. Помимо этого, проектом уточненного бюджета предусмотрены средства на реализацию поручений главы государства, требующих финансирования в текущем году, а именно, в целях достижения комплексного решения проблем развития жилищного строительства на реализацию программы «Доступное жилье 2020» дополнительно предусмотрены расходы на сумму 20,8 миллиарда тенге. Для улучшения состояния коммунальной инфраструктуры в рамках программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства дополнительно предусмотрено 8 миллиардов тенге для установки тепловых счетчиков в 16 тысяч многоквартирных жилых домах. На реализацию программы по развитию агропромышленного комплекса Республики Казахстан «Агробизнес-2020» увеличены расходы на сумму 17,7 миллиарда тенге. На капитализацию национального управляющего холдинга «Казагро» для финансирования программы сельхозопроизводителей предполагается увеличение на сумму 20 миллиардов тенге. Для выполнения международных обязательств предусмотрены расходы в сумме 21,8 миллиарда тенге. В целях реализации национального плана организации своевременного проведения международной специализированной выставки «Экспо-2017» дополнительно поддержано 10 миллиардов тенге. На развитие транспортной инфраструктуры страны дополнительно будут выделены средства в размере 15 миллиардов тенге. На поддержку развития городов Астаны и Алматы в рамках проведения Экспо-2017 и Зимней Универсиады-2017 планируется направить целевые трансферты этим двум городам по 15 миллиардов тенге соответственно. Для своевременного реагирования на предвиденные ситуации, в том числе вызванные изменениями в мировой экономике, предлагается увеличить резерв правительства на сумму 45 миллиардов тенге. Кроме того, в целях компенсации потерь, возникших в результате корректировки курса тенге,
Проведен перерасчет отдельных статей расходной части бюджета в сторону увеличения на сумму 40,3 миллиарда тенге. Компенсация курсовой разницы будет выплачена по проектам, требующим безотлагательного финансирования в текущем году. В случае необходимости по иным проектам компенсация будет рассмотрена при формировании республиканского бюджета на 2015 и 2017 годы. Также с целью более эффективного и рационального использования средств в рамках проекта уточнения республиканского бюджета на 2014 год перераспределены бюджетные средства по отдельным бюджетным программам на основании предложения администраторов бюджетных программ без увеличения расходов. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги, учитывая, что от своевременного принятия уточненного республиканского бюджета на 2014 год зависит решение ряда приоритетных задач и принимая во внимание ограниченные сроки по обсуждению принятия законопроекта, прошу вас, Сергей Евгеньевич, одобрить внесенные на сегодняшнее заседание следующие проекты постановлений. О проекте закона Республики Казахстан о внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам социального обеспечения. О внесении изменений в закон Республики Казахстан о гарантированном трансферте Национального фонда Республики Казахстан на 2014-2016 годы. О проекте закона Республики Казахстан о внесении изменений и дополнений в закон Республики Казахстан о республиканском бюджете на 2014-2016 годы. О внесении изменений в постановление правительства Республики Казахстан от 7 июня 2010 года номер 520 о ставках таможенных пошлин Республики Казахстан. Кроме того, прошу вас поручить всем администраторам республиканских бюджетных программ в однодневный срок пройти все необходимые процедуры по внесению изменений и дополнений в свои стратегические планы и бюджетные программы, связанные с уточнением республиканского бюджета, а также в течение сегодняшнего дня представить все необходимую документацию по бюджетным инвестициям, включенным в законопроект об уточнении республиканского бюджета для дальнейшего внесения законопроекта в парламент Республики Казахстан. Благодарю за внимание.